Так, новый уровень, очевидно. Муфалда Хмерклкерк идет тут. Похищение. И все? От нее одной все трое стали своими персонажами. То есть в ней содержались и Редж Кроткот, и Альберт Ранкорн. Может, лучше очки снимешь, что это очень палевно. И шрам такой беспалевный, вообще найс. А у него уже волосы более... А нет, показалось, что они седыми стали. Так, ох, сейчас тут со всем этим разбираться. Так, ага, один из трех. Так, ну это я сделать не могу, все. Книжку, в смысле. Так, ладно, не хочу это еще раз сделать. Так, силу я тоже сделать не могу. Так, вот здесь. Давайте-ка я вначале на вот этом уровне все сделаю, потом уже начну двигаться туда, вперед. Так, второй фонарик. Так, все, хватит. Я ж сюда тоже нацелился. Да ты еще дебил. О! Дефиндо. А, это приманка. Так, подождите, прежде чем ее запускать, надо мне туда вот сходить. А я туда пока и не могу сходить. Понятно, тогда запускаем. Погнали. Ох ты, сколько их. Хе-хе-хе, бегите. Так, и смысл вот в этом, во всем? Понятно, никакого смысла. Ай. Хватит всем вам бояться. Ты вообще похожа на студентку из Хогвартса, знаешь? Нет, не похожа. Так, понятно, дельминатор надо будет сделать. Так, я не знаю, зачем я вот это все делаю на самом деле. Вообще не понимаю. Так, это на свет, чтобы этот чел выронил свою скрипку. Нельзя так, так с инструментами обращаться. Вообще-то. О, третий фонарик. Ага, Рон в виде Реджа Кроткота.
Так. Давай, давай. Да, 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 да. Ну вот нельзя так делать. А это мы, чтобы глаз, что ли, уснул? Да. Так, мечи делаем. Ой. Ключик нам, значит, нам это дало. Так, понятно, надо с ключом еще персонажа тут. Так, два ключика здесь. Да подожди ты, я не это пытаюсь сделать. Так, ладно, сделаем пока вот это. Так, ладно, этот вставим. Все разломаем, чтобы она уж точно ничего не спалила. Так, яблоко не могу сломать? Нет, жаль. Эту фиговину. Так, ящик. Нет. Все, да? Ну ладно. Ага. Туда вот идем, ладно. Ладно, окей, стул я могу и здесь сделать. Так, подожди, да не туда ты целишься. Да не сюда. Так, дождь идет. Надо еще больше воды сделать, что ли? По-моему, нелогично немного. А вот сюда мы льем, чтобы выросло растение. Так, и что? Сделала вентилятор, который всю воду берет, да? Так, ага. А теперь дождь здесь идет, прикольно. Так, давайте тут ящички пооткрываем. Опять же, непонятно нахрена. Так, лифты. Я уже в пятой части был, правда, это теоретически другая локация, потому что другой уровень. Так, где-то еще мои монеточки есть. Нигде? Ладно. Так, давайте пока по краям все сделаем. Так, ага, трубу надо восстановить. Чтобы урон туда своего сейчас запустил. Так, ага, вот в этот нам лифт, значит, надо. Понятненько все. Тут темная магия, туда не могу. Ай, там монеточки были.
Ну ладно. Не, их и так дохрена. Внезапно, да? Тут есть еще что-нибудь, что я могу сделать? Да сколько можно уже, а? Исчезницы вы уже все. Так, теперь ты, мразота. А, понятно, вот для чего этот сундучок. Все схватки с боссами, блин, одинаковые. Опять то же самое, давай. Ауч. Что-то я как-то хреново овернулся. Тинк. Ох ты. Убежала. Так, теперь надо драться с Яксли на дуэли. А, тут щит же есть еще на Б. Я и забыл про этого вообще. Так, хорошо. И последнее заклинание какое у нас будет? Ай, вода! Слишком быстро ты, блин, ее сделал. Отлично, сразу ты без всяких лишних дебилов. Так, я их даже не могу редуктой отбить. Жаль. Было бы прикольно. Так, и... Тинк, все. А, и с тобой теперь дуэль, да? Так... Ага. Так, и потом снова вода будет. Нет! Не... Вот, наконец-то, блин. Я думал, вода будет. Оп, а медальончик наш. Упс. Дементоры. А, еще не все, да? А, понятно. Вот это вот один из таких вот ублюдских уровней. Так, а тут по-любому будет будут какие-нибудь один из пяти... Ау! Ау! Я ее вижу! Эту штуковину. Я ее пропустил уже, да? Да. Блин, ладно, в следующий раз все равно же буду перепроходить. В следующий раз и соберу. Плохая идея так делать. Да зачем ты так остановился-то перед тем, как прыгнуть? Одна уровень пройден, так или иначе. Угу. Это естественно, на 100%. Иначе быть не может уже.
элитные мультиплееры, как-никак. Так, 11,5 лямов. Офигенно. 90, 91 и 92, да? Нет, я не спас челика, что ли? О, мы оказались где-то. Это палатка. Я думал, она его будет хреначить молотком. Не. Да. Плохо он действует. Чё, там находится еще одна часть? Ой, а где там? Офигеть, блин, какой классный вид. Где-то там находится золотой кирпич. И куда ты предлагаешь? Типа из сумки достать? Ну-ка, если я в палатку зайду, то что будет? Ага. Прикольненько. Тут свой хаб. Так, надеюсь, нам что-то за это дадут? Да. Просто очень дохрена монеток. Так, надо сейчас тут все зачистить. Тут же еще красные кирпичи теоретически могут быть, раз это такая хабная локация. Ну нет, ну зачем опять? Хватит. Надо очень быть аккуратным, чтобы туда не попадать больше. Так, еще что-то мне это даст? Да. И сейчас тут просто монетки вылетели. Я больше не могу в нее. Так, а ты тут что стонешь? Так, подожди, отойди. Ага, тут больше ничего нет. Хорошо, значит, мне больше тут даже нет смысла пытаться что-то попасть. А то попаду еще раз, блин, в этот тупой радиоприемник. Ой, там челик в беде. Чё, я могу еще раз его собрать? Да, понятно. Бессмысленно. Так, я тут даже пройти не могу. Ну ладно. Да дай пройти, скелет. Что-то меня подлагивает прям вообще жестко. Так, цветочек делаем. Так, а я не могу за Рона играть, да? Мне он нужен тут для иллюминатора. Я же не могу вот тут просто, кстати, иллюмин сделать. Конечно, не могу. Так, понятно. Темная магия. Так, но вот это я потом могу сразу сделать. Так, понятно, понятно, понятно. Ксенофилиус на свадьбе. Так, я не могу уроном стать, да? Я могу трансгрессировать обратно в Лондон, да? Ну-ка. Ага. Вот сюда как раз таки. А, и Рон сразу же появился.
Забавненько. Давайте сразу сюда построим эту штуку. Ага. Так, а и тут Рон снова такой, типа, да. Стоп, а там что было? Карта мародеров, это я могу в Хогвартс перенестись? А прямо отсюда? Что ли? Оу. Я вот за них тут могу играть. А здесь что мне еще раз написали? Около постера. Не, пока тут я не буду ничего делать. Так уже потом, когда сюда официально вернусь, тогда уже буду здесь там, то есть все делать. Ну да, действительно, почему бы нет? Так, теперь все тут разламываем. Так, я могу из этого построить всего. Штуку с трансгрессией еще одну. Ой, а тут внезапно у нас Гермиона в министерстве. Ой. Так, а это все куда ведет? Это все продолжение этого хаба. Просто. Так, это ублюдок, да? О, лягушечки. О, красный кирпичик. Ой, гном. Так, и куда его? Я чуть не понял, а что с ним делать-то вообще? В принципе, надо. Ай! Как же зависает у меня все. Что за приколы? Перси Уизли. Так, что это вообще могу сделать-то? Что-то как-то до хрена всего, судя по всему. Слишком до хрена всего. Это я знаю, что темная магия мне нужна. Так, это я могу сломать так. Так, кто у нас тут? Забывание все. А сюда я пройти пока не могу. Это я потом туда смогу пройти, я так подозреваю. Так, вода. Ой-ой-ой, как тут много всего. А, тут челик в опасности был, понятно. Я думаю, зачем мне там катсцена? Так, ломаем все. Так, и тут у нас Флёр де Лакур. Да блин, вы мне покажите, пожалуйста, где кирпичик красный находится. Пожалуйста. Так, ага. Ходилка какая-то. Грибочки повсюду вырастают. И зачем?
Значит, эта зона какая-то очень непонятная. И гном-то для чего это я тоже все еще не могу понять никак. Ну. Так, это ломаем опять. Ой, так это еще не все здесь. Тут одновременно две, а нет, мне показалось. Так, вон туда я тоже пока не могу пройти, похоже. Так, а с этими-то грибами что я могу сделать? Надо по ним проехаться, наверное, на том грибе. Сюда льем воду. Ага. Так, и сюда я опять же не могу пока что. Блин, капец, тут зона огромная. Этот крот или кто это? Надо его как следует... А для чего мне... А, понятно, вижу. Куда гнома девать, не знаю. Мне кажется, что если это хрень с грибами, это будет красный кирпич. Я надеюсь на это, по крайней мере. Ну-ка. Ага, да. Стоп рос. И последний грибочек. Не знаю, где он, но я вижу вот это вот. Стоп, я потерялся. Где еще один грибочек? Вот он. Ага, так. А в тебя надо попасть, судя по всему. Только непонятно, типа, в чем прикол. Блин, тут еще одна вот эта хреновина. Ладно, сейчас вначале отнесу кирпичик, потом уже их все сломаю. Так, что это у нас? Рождество. Нахрена? Это тупо шляпки эти дебильные. И музыка постоянно одна и та же. Вместо разнообразной, зависимой от уровней. Да хватит уже тут... Чё мне с ним надо сделать-то, я не понимаю. Так и выискивать повсюду. Но он ведь явно на одних и тех же местах постоянно спаунится. Или надо ему гнома скормить. Это единственное, что мне приходит в голову. Потому что иначе, что гном, что этот крот абсолютно бесполезны. Нет. Не, а что тогда с тобой делать? В дерево тебя? Нет. Тут где-то еще вода какая-то должна быть. Где-то я тут видел агламенте. Такое ощущение. Я вообще ничего не понимаю. О, вот это я еще не видел. Тут что надо делать? Тоже непонятно. Ладно, рано или поздно, я думаю, я со всем этим разберусь. Я очень на это надеюсь, потому что тут все крайне непонятно. О, еще одна штуковина такая вот. Какие же они незаметные-то, блин, бывают.
Ладно, все, пофиг, потом все найду.